Скажите, подготовили ребенка к школе? Да. А сколько вышло примерно? Ну, не 10 тысяч. Больше, меньше? Чуть-чуть побольше. Дороже, чем в прошлом году? Нет. Третий класс идем, поэтому как бы что-то еще осталось. Еще не совсем. Ага. А на какую сумму у вас вышло примерно? А мы не считали. Да, приготовили. Скажите, а на какую сумму примерно у вас вышло закупиться? Ну, на мальчика у нас обошлось в 15, а в девочку в 8. Подготовились, все купили. Угу. Ну, скажите, сколько примерно вышло? Получила 10 тысяч, вот выдали-то вот эту единовременную выплату. На форму, на обувь, на портфель. Вот 10 тысяч ушло, много.